В этом году Отечественная служба криминалистики отмечает 70-летие своего создания. В региональном управлении Следственного комитета юбилей отметили вручением отличившимся в работе сотрудникам ведомства наград и благодарностей. На мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. Хасан Асланов работает в системе следствия с 1997 года. Начинал с должности старшего следователя в прокуратуре Карачаевска. Позднее трудился в районных и городском отделах ведомства. Занимался расследованием особо важных дел. В 2011 году был приглашен в только что преобразованный Следственный комитет. Если образно сказать, старший брат следователя, или сейчас, как модно стало говорить, спецназ следствия, если вы слышали. Ну, спецназ означает не в масках и физическое там какое-то сопровождение, а именно сопровождение следствия в плане опыта, методических каких-то наработок, значит, обучения тех же молодых следователей навыкам следственной работы. По сути, криминалист – это следователь, имеющий за плечами огромный опыт работы. Человек, который знает в службе практически все нюансы и готов быть наставником для молодых сотрудников ведомства. Оказывает им в том числе методическую помощь. Зачастую именно следователь-криминалист оказывается на месте преступления одним из первых. Направление работы криминалистики как службы – это раскрытие преступлений прошлых лет. Одно из главных направлений, значит, криминалистическое сопровождение предварительного следствия, именно преступлений тяжких, особо тяжких, против личности, совершенно против личности. Вот. Ну и другие направления – это методическое оказание методической помощи следователям. На наиболее сложные преступления выезжает следователь-криминалист. Где на месте оказывает практическую помощь следователю в сборе доказательств, фиксации доказательств, а также оказывает методическую, практическую помощь в дальнейшем при расследовании данных уголовных дел. В этом году Отечественная криминалистическая служба празднует 70-летие своего образования. В региональном управлении Следственного комитета юбилей отметили торжественным мероприятием. С момента создания криминалистических подразделений органов Следственного комитета Российской Федерации стремительно развивались. И за прошедшие годы доказали свою значимость в работе ведомства. Следователи-криминалисты эффективно выполняют поставленные перед ними задачи по оказанию практической помощи следователям при сборе и фиксации доказательственной базы, раскрытию преступлений прошлых лет и внедрению новых методик ведения следствия. Отличившиеся в работе сотрудники криминалистической службы были удостоены ведомственных наград и благодарственных писем. Артур Мхце, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.